Дальше, да? Добрый вечер. Здравствуйте всем. Мы приехали. Здравствуйте, Светлана. Привет. Часов вечера. Всем добрый вечер. Андрей Великолепный. Надо назвать. И глянули, какие классные. Вот Фози. Называется куриный медальон. Вот они стоят, смотрите, 40 гривен 500. Знаешь, что это? Вот. Это от большого филе такая обрезка, которая, знаешь, маленькая. Ну, они такие классные. Придаток. Их не надо вот пополам режешь, и в сковородке, и они быстро готовятся. Очень филе классные. Это просто филе порезанное. Ну, пусть. Или, может, это придаток. Ну, смотри, какие они хорошие. Придаток. Что за гипмат. Очень смешно со мной. Коля, тобі контент делаю, стараюсь, щоб обосрали оті, що мене обсирають. Як не зайдеш, так там аж... Ой, боже мой, як стараються. Опять этот конченый приехал тут на ігрень. Как ти його цвета терпиш? Гони этого мастер-шефа з кухни. Кстати, а що мороженое? Не хочете показати? А де моє мороженое, Світа? Вам надо было засунуть, во-первых, ваша мороженица, чтобы вы знали, люди написали, помещается в морозилку на сутки, вот эта чаша, сама чаша, а потом достается, в нее заливается смесь и мешается. В таком, сама мороженица, перед тем, как делаешь мороженое, за сутки отправляется в морозилку, она там промерзает хорошо, и когда ты делаешь вот это мороженое, ты потом уже заливаешь в эту мороженицу, и тогда включаешь, оно крутится и быстро застывает, от того, что вот эта колба мерзлая, поняла? Она дает холод. А поскольку мы не знали этого, ну, у меня были мороженицы на мастер-шефе, просто в розетку и погнали. А я, например, видела, показывали, тоже смотрела в этот рецепт, что там делают мороженое обыкновенно с этого, со сливок и с этим, со сгущенным молоком. То неправильно, то неправильно, то бред. Масло шоколадное достал. Покажите мороженое. Я уже пробовал. Ну и что? Ну никакой. Что? Честно. Я любитель никакого мороженого, посмотри, сколько я съел. Еле две ложки съел. Это... Честно, вот это благодарный. Делали такое люди вкусное, делали вкусно, вам не вкусно. Да скольки я люблю мороженое. Люди не НЛО, это НЛО, люди. Я любое мороженое ел. Я только смог две ложки съесть. Мах, ты не можешь попадать. Честно слово. Ну честно. А что ты не можешь съесть? Ну оно как лед. Ну такую морозилку положил. Нет, я уже был оттаял все. Оно... Не сладкое, вообще вкуса нет, я не знаю. Ну честно, я попробовал, я съел только две ложки, и мне даже больше не пошло. Ты что, издеваешься? Честно. Коля, Коля, люди, подождите. Люди добрые, Коля. Попробуй, какое мороженое вкуснейшее. И что он так каже? Да, оно дубовое, потому что оно было. Да, что это мороженое, это не мороженое. Какой вкус обалденный, а как что? Оно... А я не пробовала. Да, я вначале, Светлана, говорит, попробуй, положила в морозилку. Пробуй. Я думал, что смалец. Ты шо, это оно классное, сладкое, такое, как ириской отдаёт. Да, вообще, вкуснейшее мороженое. Да, вкусно. Ты чё, ну, ты его пробовал вообще? А я его съел две ложки. Да может, ты что-то другое ев? Та, может, ты смалец ев? Смотри, мне очень вкусно. Вот так делаю. Может, ты смалец на один ев? С колбика. Ну, вот я съел. Ну, ну, ну. Ну что, я даже не смог, вот две ложки, все. Я больше не смог слушать. Вот. Открывай. Там есть там еще шоу масло. Я в шоке. А такого не делается. Если ты хочешь с молоком... Напробуй. Вот это пробуй. Не знаю, это... Ну, что она одинаковая. Я не знаю, Андрей, что ты там пробовал. Ну, какой странный. Вот попробуй вкус. Я попробовал, оно вообще... Не знаю, я не смог съесть. Наберись. Перед тем, как бы приехать, он смотрит. Ну что, я две ложки съел. Андрей, я не знаю. На, пробуй. Неужели не вкусно? Ты что? Как это не сладко? Я не пойму, что тебе... А это какое-то другое, ничего не пойму. Ты что, это тот знакомый мороженое? Это невкусно? Нет? Не нравится? Мне очень нравится, но такое... Света, что это мерзко? Ну, она может, что фруктовая, мне не нравится. Просто папа любит пломбир или шоколадное? Не знаю, я вначале как взял, Светлана говорит, возьми морозилки. Я вначале взял оно к смалец. Боже, какое мороженое вкусное. Ну, я такое не люблю. Я не могу понять. А знаешь почему? Сахара вообще нету. Там оно да как сахара не нету, сладкое мороженое. Так мороженое должно быть сладкое. Да на 400, на 450 грамм 200 грамм сахара. А как да, нет? Я тут сахара вообще не чувствую. Андрей, на 450 грамм 200 грамм сахара. Ты можешь понять?
Ну, не надо. Ближайший стакан сахара на 400 грамм воды. На 500, на пол-литра стакан воды. Как это не... Я мороженое ем, так мороженое, ну... А знаешь почему? Мороженое. Знаешь почему? Я объясняю. Нет. Знаешь почему так, Коля? Знаешь почему так? Потому что испорченный вкус химическим мороженым. Да. Испорченный вкус химическим, химическим мороженым, испорчен вкус. Ты просто уже вкуса не чувствуешь. Да, 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 это испорченный вкус, это натуральное мороженое. Ты понимаешь, это домашнее молоко, это желтки. Больше ничего нету, и сливки. А ну, ты ешь то мороженое, что продается, оно химическое. Ладно, и ты уже чокнешься. Хорошо, я сейчас начал кушать. А Светлана, мы ели в Риме. Тоже вот химическое. А ты что думаешь, там в Риме, так что вам? В Риме прям наколотил из-под коровы. Ты пьешь молоко с сахаром, чай ты пьешь сладкий. Ты уже обезумел. Ну, я все сладкое. Ты обезумел. Я без сахара не могу. Ребята, мороженое обалденное. Люди сделали, благодарили. Знаешь, что я тебе скажу? Если Самвелу писали, что он з'їв, что ты там з'їв, был креветки, что он дожрался. Вот, то если ты... Не, ну, может, на любителя. Я, например, фруктовый. Как ты вкус не чувствуешь? Я не могу понять. Ты что? А какой тут вкус? Какой тут вкус? Вот скажите. Фрукты, и оно кислое, и все. Ну, вообще не кислое. Так оно не кислое, ну, елки-палки. Ну, мороженое разве не кислое? Светлана, ну, попробуй ты. Блин, оно замаринованное. Его можно поставить. Оно как и риска. Оно дает кислотой. Это просто от ягод. Чуть-чуть кислотой. Вообще немного. Там ни лимона нет, ничего нету. Оно просто холодное, как... Ну, на оно шикарное. Ванильное, да, я люблю. Ванильное, что-то такое. Ты да. Казав фруктовое, ты не любишь просто лимонное. Лимонное просто... я вообще не люблю. Я не делал лимонное. Вот Светлана, мне очень нравится, Светлана, я довольна. Раз идет, говорит, я пойду мороженое возьму. И Светлана наберет. Ой, какое вкусное мороженое. Ну, видишь, вам нравится. Я не люблю такого. Не, мне очень понравилось. Может, из-за того, что не домашнее молоко было? Это домашнее было. Домашнее? Ну, вот это молоко Надя привозила. Бабушка наша не пробовала? Свежее молоко. Нет, ну мороженое вообще я не вытаскивала. Боже, как... А я пришел. Только забыл, Светлана спрашивает, а где мороженое? Светлана говорит, в морозилке. Ну, видишь, вам нравится. А ведра я покупал, что оно все химия, вот это что? Конечно. Сказать, что в магазине все химичное мороженое. Нет, так и наивный. А где тебе... Его тоже с молока делают. Какого молока? Там порошок, химия, стабилизаторы, загустители, фруктовые добавки, сахара на пруд, бог знает сколько. Не химия. Потому что ты не поймешь вкуса, вот натурально... Но, может быть, я в шоке. Я, не ел так, чтобы сахар... я просто тебе говорю, что для меня очень вкусно. Очень сладко даже. Но для меня не... Ну, ребята, вы видели рецепт, что я делал. 400 грамм молока, 100 грамм сливок, 50 сахара грамм, потом 6 желтков и 150 грамм сахара. И все это соединилось. Ну, ребята, кто понимает, ну, блин, 550 грамм жидкости, 550 грамм жидкости, и на 550 грамм жидкости плюс 6 желтков несчастных, 200 грамм сахара. Ну, и что? Мне все равно не нравится. Да, а тебе что сейчас нравится? Вичик, морквинка. Я просто не пробую. Пускай постоит, может, он это замороженное. Я не смог, я только две ложки съел и все. Какое вкусное, ем прям наслаждение. Мне очень понравилось мороженое, я не знаю, что там. Эктор так хвалил мое мороженое. Мне понравилось. Это Самвела Паски. Ну, Надя пекла Самвелу. Вот, это Самвел принес там, я не знаю. Я бабушки. Хотел маме одну забыл, но ничего. Ничего, мы сейчас маме отложим. Не надо. Забирай маму. Кто-то боится. Вот, это наши бабушки с Гранады. Это Ольга Леонтьевна. Вот, мама же спекла паски. Да, а вот это две маме твои дамо. Нам вот тут. Не, маме одну. Маме одну, не. Ну, хорошо, это я дам маме это створожно, но она сладкая. Тогда, Коля, вот эту маме не давай. Не надо, сидите. Вот, ну, Света, дай свою, гостить не надо. Хорошо, она эту пробовала, не надо. Ей лично. А мне зачем это? Я маме. Ты же твои судочки. Мои? Да. Нет, у меня Света отродясь судочков не было, я никогда не покупаю. Вот такие зеленых у меня нет. Я никогда не вру. Сударыня, я никогда не вру. Не говори, ты же освободите своей. А что ты им дал, Коля? Морковочку. Андрей, вот, я, им дал. Я не могу остановиться, его есть тебе нет. Я просто не могу понять, правда. Ну, мне не нравится. Мам, можно дать какие-то мысли? Я такого не люблю. Вот зря. Что не могут попробовать зрители?
Они бы оценили. Да. Вот поэтому ты не понимаешь вкусы, потому что ты пьешь вот эту колу. Так я по стаканчику. Вот и Байкал, химический квас, и кажешь, нет, ой, как вкусно. Нет, квас, да. Пельмени если с хлеба. Вот это начинает соображать. Пельмени. Ребята, очень вкусно, ну реально. Ну, блин, чтоб я провалился, если я обманываю или хоть чуть-чуть. А скажите, кто кушал пельмени с рыбы с толстолобиком? Я, фу, гадость какая, боже. Ты пробовал? Боже, я речную рыбу терпеть не могу, у меня рвоту вызывает. Ты говоришь, пельмени с толстолобиком. Я вырываю сразу от рыбы. Говорят, что сильно вкусно. Ну, кому как. Я вообще толстолоба не люблю. Нет, я больше лосось. Вы посмотрите, что я паски сделал. О боже, где это? На балконе. Так носите их сюда. Так несите сюда, что на балконе смотреть? Ну, мы мехисты, а не смотрим. Как я посмотри? Если на пробу. Мне в спальню занеси на окошко одно. Как я посмотри, что смотреть? Мы пробовать будем ртом, а не глазами. Саван, покажи, вот я взял салат цезарь, винегрет и курочку. Вот мы сейчас поймем. Салат цезарь. Винегрет. И он курицу. Вот это? А это, кстати, смотри, что я нашел, что салат. Марина привозила в Фозе. 30 гривен, попробуй. Помнишь? А, я помню, да. Да такие фитнес. Же сами. Но да. Там другие у Марины были тоньше. А, но, Коляня, ну скажи. И орехи другие. Даже в Рим приезжали, это все хвалили мороженое. Ой, какие тебя. А это? Такие... Света, как ты вот это делала? Взбивала миксером? Нет. А чем? Это сначала делала на водяной бане, а потом взбивала миксером. Вот это? Видишь, как да. Они вышли классно. За у такие. Тебя красиво лучше, чем у меня. Вот эти вот. Помадка. 100 грамм этого брала белка. 100 грамм сахара на водяной бане. 2-3 минутки, чтобы сахар только растопился. Ага. Потом ты его пересыпаешь в этот... Видео снимали вы? Да. И пересыпаешь его в определенную там, ну, посуду, где-то взбиваешь, добавляешь 50 грамм этих. Сначала взбиваешь их, а потом в конце добавляешь 50 грамм сахара. И оно такое выглядело, это получается? Это хорошее прям, ты знаешь. И оно, видно, не трескается. У меня да? Трескалось вот. Ну, Света, потом будем сейчас пробовать. Я пока на балкон ставлю, потом попробуем, когда поедем. Ну да. Ой, какое вкусное мороженое. Андрей, я реально не мог понять, что с тобой. Ну, я не знаю. Ну, как-то ты шутишь. Мне очень нравится. Знаешь, что его еще надо? Оставить, чтобы немножко растаяло. Ну, может, он такой замерзший. Ну, не знаю, мне не сильно понравилось. Оно... Ну, вы его, наверное, не мешали, да? Вот это как поставили, так и поставили. Я не знаю, это Светлана. И она была немножко мешать? Нет, оно как... Светлана мешала, конечно. Да что она там мешала? Ты сейчас придумаешь. Я не видел. Она еще вчера была поставила. Ой, Андрей, страшные. Светлана говорит, я не возьми, говорю, не, она мешала. Ну, я не знаю, мешала. Я открываю, говорю, какое мороженое? Говорю, это только это смалец. Вот желтое получилось. Вот сейчас оно будет таять. А вот эта морковка, что она, думаю, свежая. Ну. Вот я знаю, сколько оно там в стакане стояло. Я давно не ел такого мороженого. Ну, ешь. Мне прям вообще вкус детства. Ну, потому что тут оно замерзло, оно не должно быть такой, ну, так замерзшее. Да, конечно. И оно немножко другая консистенция, потому что... Другая немножко консистенция, потому что его не мешали так, как надо, его надо перемешивать. Мороженица ж не просто остужает мороженое, когда делает, она его мешает постоянно. Что с папой случилось? Не такие любители мороженого, чтобы он сказал, что оно невкусное. Коля, я мороженое могу есть. Много. Но этого две ложки только съел. Может, оно хоть растает чуть-чуть. Там лучшие комплименты, когда я все получал за всю жизнь. Ты сам знаешь, Коляня, сколько я того мороженого переел. И тем более я съел, я когда телевизор смотрю, то я могу ведро такое съесть мороженое. Я брал ведро. Может, у меня что-то со вкусом, я не чувствую ни кислоты, о которой ты говоришь. Я чувствую сладость. Мне очень сладко. Не знаю. А ты вот опробовал? Может, оно другое? Такое, оно то самое, что? Ну, так мама ж наливала с одного. А что это за печенье?
Боже, какой вкусный. Ну и ладно. Завтрак туристов. Ну, очень вкусные, кстати. Это хорошо в дорогу брать. Где-то как едешь с собой, где-то в дорогу. Раз открыл. Нет. А на горле вчера был град. Я говорю. Ну, бачу, нам передавали. Я попробую. Это хорошо, что ну, у нас... Ну, ты попробуй, ну, подставишь ее. Ой. Их мыть надо? Какая кислота, что нет. Ну, вот это не такое сладкое. Я тебе скажу, попробуй. Да что вы чудите? Да. Коляси, смотри, мы сегодня с мамой. Я помыл. А мама протирала швы везде. Коль. У вас что-то со вкусом, я серьезно говорю, оно одинаковое. Ну, мне вот это больше нравится. Коля, оно одинаковое, вы что, гоните? За один раз ты хотел. Конечно, одинаковое, что за бред? Все. Хорошее, хорошее мороженое, но я не могу его съесть. Иначе оно не хорошее. Все понятно. Как тебе, мама? Да что оно не хорошее? Так я шучу. Да хорошее, но мне не нравится оно. Молочка. Так. Личичок. Морковки, да, они сейчас как раз будут это. Видите, эти пасочки будут, а чи хлеб? Не, мы, честно говоря, с папой пили кофе, чай с Паской. Сейчас нет. Да, это с Паской не сладкая, можешь есть вместо хлеба. Не, она сладкая. Да тебе все не сладкая, ты что, с ума сошла, она сладкая, как не сладкая? Вот эта Паска сильно сладкая. Да. Ой, кошмар. Больная, я это не могу, уже телефон, мне уже плохо.